По всей России от Калининграда до Камчатки шагает уникальный спортивный проект «Гонка героев». Свыше 200 тысяч человек участвуют в новом формате соревнований – военной имитации с элементами боевых действий. Полосу препятствий от начала до конца прошла и команда «Лайфа». По всей стране от Калининграда до Камчатки шагает уникальный спортивный проект «Гонка героев». Свыше 200 тысяч человек участвуют в новом формате соревнований – военной имитации с элементами боевых действий. Суть гонки в том, чтобы пройти 10 километров по пересеченной местности и заодно преодолеть всего лишь 60 препятствий. «Лайф» собрал свой взвод мускулистых мужчин и отчаянных девчонок и отправился на «Гонку героев» к подмосковному полигону Алабино гнать и геройствовать. Эту дорогу разработали специально для спецподразделения армии России, поэтому по нашей команде даже вели огонь из пулеметов. Выстрелы были холостые, а страх настоящий. Препятствия стали сложнее! Вокруг! Ты это не проходишь! Пушки! И мы бежим! Самые суровые преграды были связаны с водой. Организаторы решили, что военную атмосферу нарушать нельзя, поэтому ледяная вода всегда шла об руку с грязью. В лужи под танки нам бросали дымовые шашки и иногда подбадривали низко. Действительно страшно. Хотя вообще-то это просто доска. Просто доска. Просто доска. Я героиня, иду в армию! А нет, не иду, ребят, не могу подняться. К финишу мы пришли, но еще не к финалу. Весь сезон команды взвода в 13 городах боролись за право выиграть 1 миллион рублей. Он будет разыгран среди самых прытких героев на полигоне Алабино 17 сентября на 17 километрах трассы с преградами. Почти все здесь участвуют для того, чтобы проверить себя. Миллион хотят немногие. А вот гречи на полевой кухне все радовались, как дети. Садись!